Всем доброе утро. Сейчас потише сделаем телевизор. Сейчас подождите, я потише сделаю телевизор. У нас здесь готовится завтрак. Подожди, я еще не приготовил завтрак. Будет яичница с сосисками, с помидором, с луком. Так, что-то поставить. И будем готовить, кушать. Так. Вот она. Что это значит? Это значит, мы на кухне. Это значит, мы на кухне. Сейчас достану укропчика, посыплю укропом, да? У нас сегодня, знаете, такая погода. Мы хотели сходить погулять сегодня. Ну, с утра-то вышла с Лизой на улицу, и там такое ветрище. Холодно, ветер, но солнышко. Обманчивое солнышко. Вот, наверное, никуда не пойдем. А может быть, пойдем? Не пойдем? Не знаю, пойдем, не пойдем. А так хотелось прогуляться куда-нибудь. Потому что уже засиделись дома. То дожди, то ветер, то холод, то снег, то зной. То по магазинам. Ну, в основном мы по магазинам ходили, ездили в эти дни. Поэтому как-то и не гуляли. Еще, кстати, я вам не сказала, я уже целую неделю в отпуске. В отпуске с 19 числа. Все как-то вот думаю, надо сказать, и всегда забывала. Вот. Получается, через неделю мне уже на работу. Отпуск у меня 2 недели всего. Вот. И сегодня мне с утра позвонила моя напарница и говорит. Я, говорит, заколебалась уже работать, она без выходных работает. Говорит, выйди завтра за меня. Ну, ей там надо по делам. Замены нет, ну, то, что, чтобы ее подменить. Она говорит, выйди за меня, ну, под ее паролем, ну, якобы она работает. Вот. Ну, я согласилась, говорю, Дим, делай дела. Я понимаю, целую неделю даже с небольшим она работает, без выходных это тяжело. С 10 до 10 это очень тяжело. Вот, поэтому завтра я поеду на работу. Соскучилась по работе, прям вообще жуть. Сейчас такая будет вкуснятина у нас. Еще вчера яблоки купили в Пятерочке. И они накрашены. У нас почти утро, почти обед. Не стала краситься. Яблоки купили в Пятерочке. Ой, вчера попробовали. Такие вкусные. Красные яблоки. Вот такие вот. Что они стоят? Я не помню. Не помнишь? Сейчас я вам скажу. Но я не скажу, сколько стоит. Я вам скажу, что за яблоки. Так, что это за яблоки? Так, Россия. Россия. Поставщик Самарская область. Что, самарский, что ли? Я же тебе говорю, Самара. Ну, похоже, самарский, но вкусные. Прям они такие сочные. У меня же слюни потекли. Сочные, сладкие. Такие прям. Ой, с дырочкой. Там такие жесткие, классные. Пока Олег там готовит яичницу, я вам покажу нашу улицу. Видите, солнышко, ветер. В общем, вот так вот стройка, лес наш, весь такой загаженный. Вам видно, пакеты висят на деревьях, очень некрасиво. Со стройки кидают сверху пакеты, и все, и они, естественно, летят все на деревья.
только вид портят. И вообще, как их теперь снимать? Ладно, вот здесь по краю еще можно снять, да? Заказать технику, а там в самом лесу никак. Вот жители жалуются, что, ну, что это такое, вот, ну, почему так загадили лес. В общем, вот, ветрище просто с ног сносит. Завтрак готов. Всем приятного аппетита, кто сейчас за столом. Завтрак обедает либо Ocean. Мы тоже сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Привет, я иду с работы домой. Кто меня там встречает? Кто это меня тут встречает, а? Кто тут бежит? Лиза, привет! Привет! Ты с папой, что ли, вышла на прогулку меня встречать? Папа в шапке. Привет, Лизок! Привет! Привет, мамка на работе была, да? А ты с папкой дома? Да привет, привет, привет. Время уже почти 11. Сегодня я быстренько доехала до дома. Маршрутка пустая. Никого нет в маршрутке. Даже сидела. О, машина, иди сюда, машина ехала. Сегодня такой рабочий день был, знаете. Ой, смотрите, как красиво. Полнолуние, что ли? Да, похоже, полнолуние, прикольно, да? Пристегнула Лиза, а то что-то машины прям тут разъездились, прямо вообще. Вон луна какая красивая, да? Прикольненько так. А кстати, вот я ее вижу, а вот через камеру не видно. Ну, красиво. Ой, хорошо сегодня. Лиза, видите, какая у нас тут дорога? У нас нет пешеходной зоны здесь. Это вот когда сухо, здесь, ой, господи, здесь хорошо, нормально идти. А когда после дождя, это грязь. Здесь вот немножечко засыпали нам управляющая компания. Ну, постаралась, тут щебня где-то надыбала чуть-чуть. Потому что здесь ямы были, просто ужасно. Вот сейчас хоть ходить более-менее стал. Ну все, пойдем мы домой. Всем еще раз привет. 3 дня снимаю видео, никак не могу доснимать. Смотрите, собака побежала, там дворовая. Ой, знаете, я сейчас такого адреналина хапнула. Сейчас я вам расскажу. Ой, солнышко. Мы только зашли с улицы, солнышка не было. Начинался дождик, было холодно, пасмурно. Вон еще одна бежит, видите, черная. Собака это. И домой, короче, зашли мы. Замерзла я нам. В общем, что я хочу сказать. Мы сейчас ходили с Олегом на рынок. Здесь у нас недалеко рынок есть. Ну, взяли Лизу тоже, чтобы сразу прогуляться. До рынка сходить. Будь здоров, будь здоров. Вот, ну и все. Купили на рынке рыбу. Сейчас я вам, кстати, тоже покажу, какую рыбку купили. Наверное, будет вкусно. Так как стал капать дождик, Олег говорит, идите домой, а я, говорит, схожу за пивом. Ну, рыбу купили с пивом. Я, говорит, схожу за пивом.
Ну ладно, пошли мы домой, он пошел за пивом, а тут у нас как бы пивнушка, ну, там, где пиво продают далековато, ну, на разлив. Вот. Ну и все, мы пошли. Господи, и знаете, и собака к нам подбежала огромная. Ну, вот не такая, которая вот сейчас пробежала, здесь две пробежали, но это с этой же стаи, но не та собака. Лиса, ну успокойся. И это... Подбежала собака прям вот, ну, сзади подбежала. Блин, так испугалась. Она такая огромная, знаете, она огромная. Такая какая-то она вот, ну, страшная. Такая какая-то деформированная, что ли, я не знаю. Ну, что-то какая-то она перебитая, покусанная, вся такая потрепанная. Короче, она страшная. На вид страшная. И когда она еще оскалилась и стала гавкать, это вообще, блин, это... Это вообще ужас. Я давай кричать, ну фу-фу-фу. Это еще тоже огрызается же. Я ее на руки взяла и пошла, ну, быстро-быстро пошла. Еще вторая там бежала. Ну, вроде как это, ну, не стали они к нам совсем уж прям это нас кусать, слава богу. Меня аж до сих пор колошматит. Боюсь дворовых собак, вот этих вот больших, да и маленьких дворовых. Непонятно, что у них на уме. И они, кстати, не чипированы. Их не отлавливали. Здесь у нас бегают с чипами, а это не чипированная была. Ну, какая-то прям это страшная собака. Сейчас. Олег пришел. В общем, на чем я там остановилась, я уже забыла. В общем, я испугалась. Страшно. Олег тоже видел эту собаку. Сейчас. Ну, там я не знаю, какая там собака была. Олег переодевается. Это, может, даже, может быть, ой, мелочь посыпалась, какой ты богатый. В общем, ладно, с этой собакой вечером еще пойдем гулять с Лизой, потому что она так и не погуляла. Сейчас покажу, Олег как раз вот пришел, покажу сейчас рыбу, она такая огромная, нам ее есть и есть. Вот она, смотрите, какая большая, ну она большая. Это как называется? Жерех. Жерех? Да. Жерех. Такая вот. Смотрите, какая. Ой, какая вкусная. Такая жирненькая, да, Лиза? Лиза, вкусная рыба? Ну, ты такое не ешь. Ты не ешь такое. Вот такая. Мы такую жереха мы брали уже. Понравилась рыбка такая, ну, была такая, ну, вкусная, не сильно соленая такая, прям, отлично. А это, не знаю, это вот мы в другом месте купили, прям такая огромная она. Что-то у меня сегодня слово такая-такая. На сколько вышло? На 370, да? Всего. Рублей. Да. Ну, 400 рублей почти вот такая рыбёха. Но она большая, такая тяжелая. Надеюсь, она будет вкусная. Ну и пиво купил. Жигулевское. Пиво и лимонад еще купил. Все, сейчас попьем, покушаем. А то, что останется, в холодильник, в газетку. Лиза. Смотрите. Красота какая. Я тут тоже пиво попила. Холодное, жигулевское. Какое, бойлерное или простое? Ну, там, как оно там называется? Ну, вкусненько, вкусненько. Сейчас будем рыбку кушать. Я вот этот буду кусочек кушать. Самый вкусный. Ой, пахнет как вы. Всем приятного аппетита. Кстати, поставили автомат с чистой водой, но пока еще не работает. В соседнем доме. Так, пошли, пошли. А мы на вечерней прогулке. Мы уже пиво попили. Рыб поели. Рыба вообще офигенно. Прям бомбически вкусная рыба. Скажи же. Скажи. Скажи же, да. Ну, вкусно, правда. Рыба вкусная. В меру соленая, вообще классная. Ну, у нас, конечно, дофига осталось. Ой, стоим. Лизу ждем. Подожди.
Ну а на сегодня, скорее всего, все. За 3 дня наснимала кое-что так по кусочкам. По чуть-чуть, да по кусочкам. Помаленьку. Ну все. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И всем пока-пока.